Исполнение майских указов президента обсудили сегодня на заседании комиссии по мониторингу целевых показателей социально-экономического развития региона. Основной инструмент реализации майских указов – госпрограммы по приоритетным направлениям жизни. В числе приоритетных направлений развития – увеличение зарплаты бюджетников при одновременном повышении качества медицинских, образовательных и социальных услуг, улучшение жилищных условий, в том числе многодетных семей и тех, кто живет в аварийных домах, улучшение работы органов власти и организаций, предоставляющих муниципальные и госуслуги. В Ненецком округе указы исполняются, но не в полной мере. Так, в частности, остается нерешенная проблема с узкопрофильными специалистами, такими как дефектологи, логопеды и психологи в детских садах. Нужно будет провести мониторинг подошкольным образовательным организациям, необходимости вообще предоставления данной услуги, штатного расписания в части, отработки штатного расписания в части специалистов данной отрасли. И поэтому определенные выводы будут сделаны. Для того, чтобы майские указы исполнялись в полном объеме, Управление экономического развития до 1 августа сформирует и утвердит план по устранению существующих недостатков исполнения и представит его в полпредства.